Всем привет, меня зовут Алексей, я эксперт компании Alpindustria, и сегодня я бы хотел поговорить с вами о компактных ударопрочных фонарях фирмы Petzl серии Pixa. Фирма Petzl является одним из ведущих производителей и разработчиков фонарей налобных, особенно серии компактных и ударопрочных. Эти фонарики используются в агрессивных средах химических производствах, на взрывоопасных производствах. Они специально для этой цели сертифицированы. И сейчас мы даже вот на протяжении всего обзора специально проверим, как выдержит фонарик эти испытания. Pixa 1, Pixa 2, Pixa 3. Соответственно, Pixa 1 предназначена для работы вблизи с одним режимом. Pixa 2 для работы вблизи и при движении с двумя режимами, и Pixa 3 для работы вблизи, в движении и для дальнего освещения. Также для Pixa 3 используется второй вариант с зарядкой, серия Pixa 3R. Фонарики Petzl снабжены очень удобным переключателем. На нем указано специально, какой свет вы включаете, то есть ближний, средний и дальний. То есть это показано на каждой серии. То есть если у вас два режима, соответственно, две метки. Один режим, соответственно, меток никаких и нету. Фонарик Pixa 3 с тремя режимами света. Первый свет ближний рассеянный выдает 20 люменов на 15 метров. Второй режим комбинированный выдает 60 люменов дальностью до 45 метров. И третий сфокусированный выдает до 100 люменов на расстоянии до 90 метров. Фонарик Pixa 2 имеет два режима работы. Первый – это ближний свет мощностью 20 люменов до 25 метров. И второй свет мощностью до 80 люменов, расстояние до 55 метров. Pixa 1 у нас имеет рассеянный свет двух мощностей 20 и 60 люменов. Соответственно, на расстоянии 10-15 метров вы будете обеспечены хорошим рассеянным светом. Фонарики серии Pixa оснащены системой постоянного уровня освещения, которая позволяет работать фонарям в постоянном режиме в течение до 3,5 часов, не уменьшая яркости. Дальше система автоматически переходит на экономный режим, который еще вам позволит проработать фонарику до 10 часов. То есть без света вы сразу же не останетесь. Водонепроницаемые налобные фонари Pixa разработаны для использования в агрессивных средах и могут быть использованы во взрывоопасных средах. Они, все фонари, сертифицированы. Поворотный переключатель фонарей имеет блокировку. То есть это очень удобно. То есть даже включенный фонарь вы разворачиваете, и он у вас потухает. Очень удобно транспортировать, в этом положении его очень удобно транспортировать. То есть вы можете его положить в рюкзак, в сумку с инструментами, и не будете
будете уверены, что у вас стекло не поцарапается. Также фонарики серии Pixa выдерживают механическую нагрузку статическую до 80 кг, что говорит о их надежности и прочности. Рассмотрим продажную комплектацию фонаря Pixa 3. В комплекте идет сам фонарь, держатель для установки на каску, ремень и батарейки Duracell. Значит, фонарики комплектуются двумя батарейками 2А. Водонепроницаемость фонарика достигается за счет очень хорошей уплотнительной системы. Фонарики 3R снабжаются специальными аккумуляторами. На этом наш краткий обзор фонарей серии Pixa 3 подходит к концу. Мы все убедились, что это очень надежные фонарики. Более детальную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.